Аким Алматы предложил повысить стоимость проезда в автобусах. Ну, на самокатах стало передвигаться тяжелее, проезд в автобусах дорожает, пробки все больше и больше, и тут вывод только один, что Аким города Алматы очень любит наших горожан. Он о них заботится, чтобы они побольше ходили пешком. Я согласен. Давайте, подожди, вопрос выше. У нас в районе часто отключают свет. У меня тоже свет отключают каждый день. И что? Следующий вопрос. Ты что, для меня рожали, что ли, а? Для меня рожали, для себя рожали. Деньги хотите, у меня денег нет вообще. Анжелика Горожанович, выключите микрофон. Это не мой бизнес, это бизнес моей жены. Мы и то 2 месяца назад его продали, вот это все. 15% мы выделили вот этому. Не, ну как мы, Аким? Ты тоже стоишь и говоришь такие вопросы? Микрофон отключи. Я говорю, ты че ты... Да, кто-то, наверное, скажет, Ильяс, очень резкие шутки, опасные, но это же не мои шутки, это шутки моей жены же.